Привет, друзья! С вами Феофан. Итак, у нас сегодня, может быть, будет кому интересно, что в черном ящике. В черном ящике у нас самоловочки и капканчики разных типов, разных калибров. Короче, сборная солянка. Итак, научу делать самоловки двух видов. Ну, они, в принципе, одинаковые. Берем конвейерную ленту, режем вот таким макаром. Веревочку я уже приделал. Вот эту мы будем вешать. Эту мы будем вешать за палочку. А это значит, мы наматываем. Пошли наматывать. Наматываем, 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 наматываем. Вот именно на эту самоловку я в заповеднике вытащил 4-килограммовую щуку в июне, без поводка. Она была у меня просто только вдвойне, двойной узел был. Веревки много, это экспериментальная. Вообще у меня много снастей экспериментальных, не люблю я одно и то же. Вот мы намотали, значит, нам нужно для этого трехякорник. И я использую грузило от жиголовку 8-граммового. Так, достаем из нашего ящика поводочек. Поводочек можно любой, вольфрамовый, полиуретановый, железный или струну. Если бы я поехал на озеро Куйто, есть такое в Карелии, я бы обязательно сделал бы струну, потому что никакие там не удерживают поводочки покупные. Так, берем нашу петельку, вставляем вертлюжок, вставляем вертлюжок. Не вставляется. Так. И делаем узелочек. Получается узелочек. Вот, пожалуйста. А здесь уже за карабинчик цепляем. Наш крючок. Вот, пожалуйста. Груз мы крепим таким макаром. Тоже петельку через ухо. Заводим петельку. Вот, пожалуйста, у нас получился груз. Скользящий я на этой самоловке не буду делать груз. Вот. Будет так. Вот мы ее дотягиваем. Фиксируем трехякорный крючок на резиновой части. Да что ж такое-то, руки замерзшие. Вот, пожалуйста. Самоловочка универсальная, супер классная, карельская. Берите на вооружение. Есть вот такого типа из шланга, но она менее компактная. То же самое все. Так что, друзья, вот они, у них, их у меня капканы есть. Их у меня таких самоловок штук 15 здесь, капканчики. Капканы тоже работают. Вот. Ставьте лайки за самоловки. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр.